Пускайте за щебой Киевстон, и у нас тут снова басяцкий обзор. Вау, посмотри, дядя, что это за автомобиль, бля, дядя, а ты что, ты... Братан, где ты видел вообще такие тачки? Смотри, это вот тачка, вот ты когда имеешь такую тачку, ты землю под ногами не чувствуешь, понял? Посмотри на эти диски, дядя, это, видишь, чисто нормальные диски, братан, двух цвет, понял, чисто тутон. Я, посмотри, да ты что, дядя, посмотри, вот, понял, вот тут, короче, нажимаешь кнопку, понял? И вот тут кальян вылазит, понял? Чисто кальян, да, да, да. Брат, дверь отсюда, опася, понял, брат? Короче, сел такой чисто ляпс, кнопочку нажал, понял? Опася, короче, чик. Сиденье, где тут? Сиденье отодвинул, брат. Ну, салон, блядь, чисто, понял? Как в Ижевске, дядя. У неба, дядя, отвечает. Да ты что, посмотри, понял, брат? А ты же, посмотри, на спиддоме, бля, бля, братан, ну, чувствуешь себя знатно. А где тут заводите? Помою, верну, давай, на связи. Давай. Ну тут едешь, и тут такое вот музло играет. Ой, блядь, куда я поехал? Понял, брат, я чувствую здесь себя будто, короче, цыганская мафия. Понял, брат, чуть что сразу ляпс, чёточки есть, блядь. Чуть что сразу чипс мурчишь на разговор, фыр-мыр, затёр до дыр, что ты там бузишь пломбир, понял, блядь, такая хуйня, брат. Короче, братан, вот такая с кайфом машина, ой, тут именно понял, короче, дождь начинается, ты такой ляпс, понял, блядь. Штрихи-то ебались, понял, короче, ты такой, что ты базырнул, иди сюда, понял, вот чисто вместо шампуров шашлыки жарить, брат. Все на высшем уровне. Выбирай Rolls-Royce и будет все.